Более 1200 аварий, 1,5 сотни погибших, 1,5 тысячи раненых. В ГИБДД подвели итоги за 11 месяцев 2017 года. На улице наступила зима. Водителям пора осознать это и перейти на соответствующую манеру вождения. Пешеходам помнить, что дороги скользкие и тормозной путь в это время года длиннее. Начал пресс-конференцию начальник управления ГИБДД по Чувашии Владимир Романов. Всего за 11 месяцев этого года на дорогах республики произошло 1247 аварий, 145 по вине нетрезвых водителей. Это примерно на четверть меньше, чем в прошлом году. Также частая причина – выезд на встречную полосу. Вроде мы говорим о Чувашских пробках, но в столице республики зарегистрировано 3-4 таких ДТП, в результате которых погибло 5 участников дорожного движения, 57 получили ранения. Кроме того, водители и пассажиры зачастую пренебрегают ремнем безопасности. По этой причине с начала текущего года в ДТП погибли 43 человека, еще 337 получили травмы.